предстоит шквал звонков, а есть те люди, чьих поздравлений вы вот именно ждете. Это мои близкие. Близкие, мои друзья, дети, внуки. Именно ждете? Ну, конечно. Я знаю, что они, если они не со мной вместе встречают мой день рождения, то обязательно позвонят, проявят себя как-то. А внуков какие бывают подарки? Это поделки? Поделки бывают, да, тоже. И поделки, рисунки. Просто поздравления.